Сегодня в Пекине открылся ежегодный международный автосалон. Здесь более 1000 новинок и десятки концепт-каров от гигантов машиностроения. Отдельное внимание не только машинам, но и их презентациям. Так, многие автомобили буквально парят в воздухе. Большинство моделей ориентированы в первую очередь на растущий китайский рынок. На автосалоне, конечно, не обошлось без электрокаров. Некоторые из них даже оснащены системой управления, которая полностью заменяет водителя.